О борьбе с террористами Исламского государства в Сирии сегодня говорили и главы внешнеполитических ведомств России и Америки. Около часа назад Джон Керри позвонил Сергею Лаврову по телефону, и они обсудили координацию в воздушном пространстве, чтобы избежать инцидентов с самолетами. Шла речь и о продвижении политического урегулирования в Сирии в соответствии с Женевскими договоренностями. В разговоре была поднята и тема Украины, в частности, выполнение Минских договоренностей с учетом итогов последнего саммита в нормандском формате 2 октября в Париже.